22 марта, воскресенье. О главных событиях, которые произошли к этому часу в нашей стране и мире. За неделю ополчения Донецкой Народной Республики пополнили 11 отремонтированных трофейных танков Вооруженных сил Украины. МЧС России готовит очередной посевной гуманитарный конвой для Донбасса. В Белграде прошел митинг против сближения с Евросоюзом, НАТО и МВФ, а в Дублине и Лондоне состоялись демонстрации в поддержку Новороссии. Ночь в Донецке прошла спокойно. По состоянию на 8:30 в городе тихо. Сообщения от жителей о происшествиях не поступают. Обесточено 12 трансформаторных подстанций. Без газоснабжения остаются около 3000 абонентов. Не подают теплоноситель 33 котельных. Ремонтно-восстановительные бригады коммунальных предприятий продолжают работы по восстановлению городской инфраструктуры. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме. Муниципальный транспорт вышел на автомагистрали и работает в режиме выходного дня. За неделю ополчения Донецкой Народной Республики пополнили 11 отремонтированных трофейных танков ВСУ. Об этом на брифинге заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин. За неделю введено в строй 11 танков Т-64 различных модификаций, 7 многоцелевых бронированных транспортеров МТЛБ, 6 артиллерийских орудий различного калибра, в том числе 3 самоходные установки «Гвоздика». МЧС России формирует новую автоколонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Грузовики привезут в Новороссию преимущественно семена, в том числе ячменя, подсолнечника и кукурузы. Машины из разных регионов России собираются в Ростовской области. Как ожидается, гумконвой отправится на следующей неделе. С августа прошлого года автоколоннами МЧС России для жителей ДНР и ЛНР доставлено более 27 тысяч тонн гуманитарной помощи, а посевной гумконвой станет уже 22-м по счету. В Белграде состоялся многотысячный митинг против сближения с Евросоюзом, НАТО и МВФ. Жители сербской столицы дали понять, что подавляющее большинство выступает за тесный союз с Россией. Поводом для акции протеста стало назначение экс-премьера Великобритании Тони Блэра советником премьер-министра Александра Вучича. Это решение второго человека в стране сразу вызвало бурю негодования, ведь Блэр является непосредственным участником бомбардировок Югославии в 1999 году. Под конец акции митингующие провели спонтанный референдум и собравшиеся проголосовали против блэровской власти в Сербии. В знак согласия с выступающими люди подняли российские флаги и сотни портретов президента России Владимира Путина. Над толпой гордо развивались и флаги Донецкой Народной Республики, свободу которой с самого начала восстания на Донбассе единым фронтом поддерживают все патриотические движения Сербии. Одновременно в Дублине и Лондоне состоялись демонстрации. Люди разных национальностей, разных возрастов объединились для того, чтобы выразить свою поддержку Новороссии. В Дублине в демонстрации приняли участие свыше 50 человек. В Лондоне, несмотря на плохую погоду и дождь, прошла акция в поддержку Новороссии, к которой присоединился Грэм Филлипс.